Дорогие земляки, уважаемые ветераны, поздравляю вас с Днем Победы, главным праздником нашей страны. Мы всегда будем хранить память о высоком патриотизме и несгибаемом духе поколения победителей. В этой памяти сила России – залог нынешних и будущих свершений. В победном итоге Великой Отечественной войны есть большая заслуга уральцев, которые доблестно сражались на фронтах и героически трудились в тылу. Сегодня в Свердловской области проживают свыше 35 тысяч ветеранов. Наш гражданский долг – обеспечить участникам войны и труженикам тыла достойные условия жизни, окружить их вниманием и заботой. Дорогие ветераны, от имени всех уральцев благодарю вас за право жить свободно и счастливо, гордиться своей страной. Ваш пример всегда будет вдохновлять нас, укреплять наше стремление работать на благо сильной и независимой России. Желаю вам и всем жителям Свердловской области здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой. С праздником, уральцы! С Днем Победы!